Здравствуйте, господин министр. Здравствуйте. Спасибо, что принимаете нас здесь, в своем кабинете. Всегда с радостью. Наши двери открыты, так что всегда буду рад. Давно вот мы хотели этой беседы, потому что накопилось много вопросов. Постарались сформулировать вот эти вопросы так, чтобы затронуть самые важные темы, которые волнуют сегодня наше молдавское общество. Начнем давайте с того вопроса, который я задала вам практически сразу после того, как вы стали министром. Помните, да, была встреча офлайн, и я вас спросила, стоит ли нам ожидать, что наконец появится концепция внешней политики? Ну, долгожданный документ, да. Вы сказали, мы над этим работаем. Вот какая сейчас стадия? Напомню вам, что этот вопрос вы мне задавали еще в рамках вашей передачи, когда я был еще советником по внешней политике президента Республики Молдова. Да. Тогда я вам говорил, что хорошо было бы сделать новую концепцию, которая бы отвечала современным положениям и в регионе, и в мире. Затем, да, я могу только еще раз подтвердить тот ответ, который я вам дал, когда вы меня спросили, уже будучи министром в этом кабинете. Мы продолжаем работать над разработкой проекта новой концепции внешней политики Республики Молдова. Сами понимаете, что это концептуальный документ, требующий довольно-таки серьезного интеллектуального подхода. И поэтому мы все еще в процессе разработки этого документа. Как только мы дойдем до завершающего этапа проекта, соответственно, мы представим его на подтверждение в правительство, и потом в рамках обсуждения уже в парламенте, я надеюсь, что будет обширное обсуждение, общественное обсуждение этого документа. В том числе и в средствах массовой информации. Абсолютно. Потому что этот документ, он должен отражать те реалии, с которыми мы сталкиваемся, те риски, которые существуют на данный момент и по отношению к Республике Молдова, к нашему государству, и по отношению к региону, а также наша готовность и возможность противостоять этим рискам. Ну, я не сомневаюсь в том, что это очень сложный документ, но не сомневаюсь в том, что это очень нужный документ. И знаете, когда попадают вот такого рода документы на обсуждение, то один из вопросов, который сразу волнует очень многих, это кого там стратегические партнеры записали. У нас ведь было разное отношение, и разные стратегические партнеры объявлялись, да? Властями, я имею в виду, которые были за всю историю независимости. Вот как сейчас? Кто там будет? Ну, то, что объявлялись разные стратегические партнеры, это было в основном по конъюнктуральным принципам, исходя из тех непосредственно интересов, которые были в тот либо в иной период Республики Молдова. Черчилль, если я не ошибаюсь, говорил очень внятно по этому поводу. У любого государства нет постоянных друзей, постоянных врагов. Есть постоянные интересы. Интерес. Соответственно, эта аксиома, она действительно и в случае с Республикой Молдова. Соответственно, согласно нашим интересам, для нас на данном этапе развития нашего государства, для нас стратегические партнеры должны быть все, которые готовы нам протянуть руку не в плане финансовой помощи, а в плане поддержки развития государства. Ну, расплывчато несколько все-таки звучит, потому что от таких документов, начнем с позиционирования Республики Молдова на политической карте мира. Да. Да? Мы живем между Румынией и Украиной. Так. Эти два государства для нас важны или нет? Безусловно, я думаю, что важны. Да. Это соседи. Соответственно, мы должны выстраивать стратегическое партнерство в первую очередь с нашими соседями. Далее, у нас есть стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, у нас есть стратегическое партнерство с Российской Федерацией, у нас уже есть стратегическое партнерство с Турецкой Республикой. Я надеюсь, что подпишем соглашение о стратегическом партнерстве и с Китайской Народной Республикой. Так что, насколько мы понимаем, насколько мы видим, мы в том положении, в котором мы должны выискивать стратегическое партнерство с теми государствами, которые имеют добрую волю помочь нам в укреплении государственности Республики Молдова.
Хорошо, тогда я заострю вопрос и попрошу вас, чтобы вы все-таки вспомнили, наверное, вы не будете отрицать тот факт, что у нас были разные времена в истории Республики Молдова, когда мы дружили с некоторыми странами, потом мы с ними, мягко говоря, не очень дружили, да, или были даже в конфликтных отношениях. Потом мы дружили с некоторыми странами против какой-то страны, тоже такое было. Я сейчас не буду обозначать, вы это и без меня прекрасно знаете. Если взглянуть на это все с точки зрения исторического процесса, то получается, что мы все время ищем свое место в системе международных отношений. Конечно, она все время меняется. Мы видим, что происходят какие-то процессы на сегодняшний день, да, которые говорят о том, что это не заскорузлый механизм, да, вот международное право, масса вопросов. Вот сегодня Молдова какое место в этой системе международных отношений занимает? Проактивная и наша задача дипломатической службы Республики Молдова находить еще не открытые возможности нового сотрудничества, выхода на новый уровень сотрудничества со всеми государствами. Потому что мы не в том положении, когда мы имеем экономическую возможность что-то кому-то диктовать. Мы еще, если хотите, в начальном этапе пока еще, к сожалению, все еще находимся в начальном этапе развития. Экономически, социополитически и так далее, и так далее. То есть мы в нашем, исходя из тех реалий, в которых мы живем, так, мы просто обязаны выискивать позитивные, хорошие отношения, поддерживать хорошие, развивать хорошие отношения со всеми. Вот когда Республика Молдова будет иметь свои военно-космические силы, вот когда Республика Молдова будет иметь свои авианосцы, вот тогда возможно, мы будем в положении что-то кому-то диктовать. До тех пор мы просто должны концентрироваться на самих себя, развивать экономическое положение Республики Молдова, поднимать уровень жизни для граждан. Так. И только потом, когда дойдем до определенного уровня, только в этом случае, возможно, мы начнем что-то как-то ставить какие-то определенные условия. До тех пор мы просто-напросто обязаны поддерживать теплые отношения, дружеские, со всеми. Что-то мне подсказывает, что вы большой сторонник знаменитого высказывания, что большие страны должны делать большую политику, а малые – умную. Как-то так. Абсолютно вы сейчас правильно отвечаете. Хорошо, ну смотрите, в то же время президент сформулировал идею многовекторности нашей внешней политики. И вот это сейчас все обсуждают, у всех, конечно, есть свое мнение. Но если мы будем достаточно честны с собой и с нашими телезрителями, то мы, наверное, должны им сказать так, что здесь не все зависит только от нас. Что мы такие хорошие, мы всем сказали, смотрите, мы хотим со всеми дружить. Важно же еще, что и они подумают, в том числе и те страны, от которых зависят мировые тенденции. Да? Вот даже если мы какие-то вот такие продуманные, вам не кажется, что вот эта сама эта идея очень сильно зависит от того, что они будут думать прежде всего? А почему вы исходите априори из того, что наши партнеры могут не очень хорошо воспринимать данную позицию о многовекторности внешней политики Республики Молдова? Потому что я знаю, что интересы в отношении Республики Молдовы у тех стран, которые влияют на мировые процессы, у них друг с другом они периодически обостряются. То сильнее, то слабее. И Молдова как раз попадает вот на это перепутье. Да, вот как раз вот эта вот страна, где с одной стороны в Румынии мы знаем, что есть ракеты, установки, да, значит, натовские. С другой стороны мы знаем, что у нас... Ну это нормальное содействие, да, что Румыния, да, официальный член НАТО. Да, с этой точки зрения, да, но мы знаем, как это не нравится России, да, тоже, чем ближе, тем меньше нравится, тут как бы принцип один. Вот, собственно, это я и хочу сказать, что зависит от того, какие отношения на данном этапе, у той же, раз вы стали говорить со Соединенных Штатов, я приведу тогда в пример Россию, и вот отсюда уже но, и вы знаете, влияние на Молдову. Нет, влияние на Молдову, оно исходит из уровня серьезности той политики, которая проводит Республика Молдова. Если мы серьезно, если мы постоянно, соответственно, наш уровень уважения по отношению к нам тоже не меняется. Так.
как в любой семье, есть уровень доверительности между супругами, и как только один из супругов что-то кому-то обманул, соответственно, сразу уровень доверия падает, причем падает радикально. То же самое и внешней политике. В этом плане ничего другого еще не придумали. Соответственно, все держится на доверии. Угу. Если мы будем постоянно доказывать, что мы надежные партнеры, что мы единожды что-то обещавши держим свое слово, я вас уверяю, что уважение к Республике Молдова будет постоянно увеличиваться. Если мы не пытаемся играть даже на этих противоречиях. А тут не нужно играть. Тут нужно быть очень честным и очень честный диалог вести со всеми партнерами, включая обсуждение тех наболевших проблем, которые со временем могут скопиться на том или либо на другом направлении. Так что открытый диалог, честность, уважение к данному обещанию, исполнение обещаний – вот это основные критерии, которые составляют фундамент хороших отношений на международном уровне. Я абсолютно согласна в плане доверия, потому что, наверное, действительно, это и есть краеугольный камень. Но вот на сегодняшний день, какой сегодня вот интерес к Республике Молдова? У тех же Соединенных Штатов, возьмем Россию и возьмем Евросоюз. Я в чем он? Я вам открою очень большой секрет. Поверьте, папка с названием Республика Молдова совсем не первая на той горе папок, которая на столе у Трампа. Угу. И опять-таки совсем не первая на той горе папок, которые каждое утро приносят президенту Российской Федерации. Так. Либо председателю Европейской комиссии. Дай бог, я очень надеюсь, что она хотя бы где-то в первой сотне. Угу. Так. По приоритетам этих больших политических мировых центров, когда речь заходит о Республике Молдова. Соответственно, опять возвращаемся к нам же. Отношение к нам зависит от нас самих, как мы сами строим свою внутреннюю политику, как мы сами развиваем свою страну и, соответственно, как мы доказываем внешним партнерам, на что мы сами способны. Способны ли мы развиваться или нет? Вот поставьте себя чисто гипотетически, поставьте себя на место любого из этих больших игроков на мировой арене. И посмотрите со стороны на такое маленькое государство, как Республика Молдова. Со всеми проблемами, со всеми крупными проблемами, с которыми это маленькое государство сталкивается. Вы как бы поступили? Я думаю, что как бы я поступила, в зависимости от того, какая держава, это хороший вопрос, и мы можем порассуждать, но я как бы знаю четко на сегодняшний день, какие моменты волнуют, например, ну, Российскую Федерацию. Я уже начала говорить. Ну, например, их волнует, чтобы Молдова сохранялся нейтральный статус. У нас. Безусловно. Кто-то это ставит под вопросом, у нас же это прописано в Конституции, тем более мы уже начинаем говорить о возможных поисках тех сценарий, которые могли бы укрепить этот статус нейтральности Республики Молдова. Что волнует Соединенные Штаты? Их волнует в том, чтобы Республика Молдова плотнее начала сотрудничать со структурами НАТО. Нет, они не говорят, что мы хотим вступать. Боже упаси, мы от этого не услышали. Но в то же время мы слышим... Нет. Их а что говорят, всех... господин министр? Нет, не говорят. У нас есть рамочный договор по развитию сотрудничества с НАТО в соответствии с нашим нейтральным официальным статусом нейтрального государства. Большего они не требуют. Я другое хочу сказать, что никто от нас ничего пока не требует. Я надеюсь, не будет требовать. Все хотят видеть Республику Молдова стабильным, стабильно, динамично развивающимся государством. Это в интересах всех больших игроков. Никто не хочет видеть в нашей стране фактор нестабильности. И это очень важно. Вот на самое этом... главное, чего от нас ждут, чтобы мы показали... Ребята, будьте умнее и будьте способны сами себя развивать. Вы знаете, в отношении папок, я не знаю, вот как, на каком месте папка Республики Молдова, но я действительно с вами соглашусь, что далеко не первая. Я вас уверяю. Я верю.
Вот недавно господин Помпео, у него было европейское турне. Ну, смотри, Беларусь, Украина, Молдова, он не залетел. Опять же, в пользу вашей версии. Но знаю я и знаете вы, что интерес все-таки к Республике Молдова возникает накануне вопросов, которые могут повлиять на смену власти. Я сейчас говорю о президентских выборах. Мы так привыкли, господин министр, что в канун таких вот событий у нас активизируется тема геополитики. Причем искусственно активизируется. Ну да, но я бы сказала, что вы знаете, не всегда и сами геополитические игроки ведут себя так уж смирно. Они тоже пытаются обозначить свое присутствие. Ну вот фотография даже Меркель. Да? То есть, на прошлой кампании, да, то есть всем это понятно, причем во время кампании. Насколько я знаю, согласно нашему избирательному законодательству, запрещено использовать фотографии с лидерами, политическими лидерами других государств в рамках избирательной кампании. В рамках избирательной кампании. Совершенно правильно. Но мой вопрос не об этом. Мой вопрос о том, как вот вы полагаете, в канун выборов вот интерес к Республике Молдова, он увеличится? Если да, то с чьей стороны, возможно, больше вы ожидаете? Естественно, увеличится, потому что выборы всегда упражнение, которое показывает настрой общества. Да. Исходя из того, что наше общество, к сожалению, все еще разбито пополам, да, одна половина смотрит в сторону сближения с Европейским Союзом, вторая половина продолжает считать, что Молдавия будет намного успешнее развиваться в случае более близкого сотрудничества с Российской Федерацией либо с Евразийским экономическим сообществом, содружеством. То есть это вполне легитимный интерес со стороны наших партнеров по отношению к нашим избирательным кампаниям как процесс. И процесс наблюдения, куда движется Молдавия. Каковы векторы возможного развития внутреннего положения Молдавии в результате того либо другого, тех либо других выборов. То есть это абсолютно нормальный интерес, здоровый по отношению к нашей внутренней политике, но главное, чтобы они не начали вмешиваться в те процессы, которые подразумевают выборы. И это очень важно, наблюдать, чтобы не было вмешательств извне, в процесс демократических, свободных выборов у нас дома. То есть вы думаете об этом, и вы сейчас как бы задумываетесь, как возможно законодательно, да, вот как-то оградить это влияние или как? Нет, ну вы знаете, это же не моя задача ограничивать влияние внешних партнеров на процесс волеизъявления граждан Молдавии. Это вопрос, который вы должны адресовать Центральной избирательной комиссии. Нет, я не имею в виду волеизъявление, я имею в виду их вмешательство вот как-то. Ну а как они могут вмешаться? Это все зависит от наших самих политических партий. Позволят ли они себя так. Втянуть в этот процесс, да, либо нет. Если позволят, то, соответственно, есть определенные рычаги воздействия путем законодательных актов, которые работают в Республике Молдова. Вот я слушаю вас и думаю, что сейчас вы бы, наверное, хотели сказать так. Я вообще за геополитический консенсус. Мы еще совсем недавно, когда значит, речь шла о том, чтобы отстранить от власти, да, господина Плохотнюка и тех, кто был за ним, мы наблюдали такое явление. Но тем не менее, результат есть результат, и он заключался в том, что все заговорили, что впервые совпали интересы больших геополитических игроков. Ребята, у нас консенсус, если так упрощать. Потом у нас произошли еще определенного рода события, и все вот как-то жалели, что вот сейчас вот так как-то уже такого вроде как и нет. А вот мне интересно послушать вас, оно есть или нет? И если нет, то насколько нет? Ну, тот факт, что во внешней политике мы продвигаем сбалансированный подход к внешней политике, это тоже производное от того консенсуса, который был достигнут в июне прошлого года в Республике Молдова. Естественно, для любого государства, включая Республику Молдова, для нас краеугольно важно, очень важно, чтобы мы использовали такой консенсус для наших же благ, да. Для спокойного, сконцентрированного развития государства.
То, что коалиция, которая была с июня по середину ноября прошлого года, была как раз отражением такого геополитического консенсуса, это повлияло очень позитивно на все общество молдавское, потому что это впервые в истории Республики Молдова, когда две абсолютно противоположные доктринарные политические силы соединились для того, чтобы развивать государство. И это сплотило в определенной мере и само общество. Потому что одни, допустим, радикально проевропейские настроенная часть нашего общества стала думать, ну, в принципе, вот можно работать и с другой частью общества. Соответственно, и наоборот, вторая часть нашего общества стала понимать, что можно сообща строить общее дело. То есть я видел в этой коалиции хорошее начало для продолжительного общенационального консенсуса в рамках нашего общества. Даже так, общенационального даже. Абсолютно, да. Но то, что произошло, это уже оставим для комментариев нашим любимым политическим аналитикам, которые очень любят разбивать все по полочкам. Но факт тот, что внутренне мы все-таки должны стремиться к диалогу и к сотрудничеству, не к противостоянию, а работать совместно на благо Родины. Потому что она у нас одна, и делить тут, я думаю, что нечего. А если мы не будем развивать эту самую Родину, то я боюсь, что уже делить будет нечего просто-напросто. Хорошо, вот мы все видим, что президент усилил внешнеполитическую составляющую своей работы. Мы видим, что гораздо чаще визиты он стал совершать. Зарубежные, конечно же. Вот какую главную мысль сегодня он доносит до своих визави? Когда он общается с главами других государств, с лидерами организаций международных, о чем он прежде всего хочет им донести? Ну, я вам как свидетель могу подтвердить, что основной месседж, который доводит господин президент в рамках своих дискуссий с лидерами других государств, это то, что наш приоритет — это остается развитие Республики Молдова. А он говорит о многовекторности политики вот им сейчас? Абсолютно, потому что, чего тут скрывать, это единственный шанс для Республики Молдова обеспечить свое стратегическое развитие, и причем очень быстрое развитие. Любое втягивание Республики Молдова в рамках стратегии «или-или», оно губительно. То есть все тоже «и-и»? Ну, есть, да, есть такие разговоры, которые вот все-таки вы определитесь там, с кем вы, с нами или с ними. То есть такого рода дискуссии есть. И президент, я хочу сказать, что он очень активно пытается парировать такого рода аргументы, сказав, говоря, что в наших национальных интересах не брать ту либо иную сторону против кого-либо другого, а пытаться находить вот эту золотую середину сотрудничества и с тем, и с другим. Опять-таки, исходя из тех реалий, в которых Республика Молдова находится. И я вам хочу сказать, что эта позиция, она все больше и больше воспринимается позитивно с теми лидерами, с которых господин президент встречается. Даже те, которые изначально были, позиционировали себя яростными поборниками стратегии либо-либо, даже они начинают понимать, что в случае Республики Молдова намного стабильнее будет, если Молдавия развивать будет вот как раз многовекторность. Вот нам известно, что президент посетит совсем скоро Мюнхен, по-моему, там с 14 февраля. Начинается та самая конференция по безопасности. Вот в чем там наш интерес? Какие задачи мы там хотим решить? Почему вот? А вы знаете, я вам хочу сказать, что Мюнхенская конференция по безопасности, она не созывается для того, чтобы решать какие-то вопросы. Она представляет из себя очень хорошую международную платформу, чтобы обозначить, и обсудить. А решаются эти проблемы совсем на другом уровне, совсем в других кабинетах. Но как платформа для дискуссий, это очень хорошая конференция, где можно вот действительно провести очень солидные, очень серьезные разговоры с лидерами государств, либо политиками тех, либо иных государств. И я уже несколько лет принимаю участие, будучи и послом, когда работал в Федеративной Республике Германии.
потом еще советником у господина президента, и вот сейчас уже в качестве министра первый раз поеду на эту конференцию, сопровождая президента. Это очень интересная платформа, и поверьте, там их так много на квадратный метр, что порой просто приходится работать локтями, чтобы выйти из зала заседаний, чтобы дойти просто-напросто налить себе чашечку чая, который находится буквально за 20 метров от выхода из зала. Мне остается только пожелать крепких локтей в этой истории, потому что потребуется, на самом деле события, да. Так что это платформа, которая позволяет сконцентрировать на короткий промежуток времени блестящие умы международной политики в одном единственном месте. Верю, охотно верю. Господин министр, какие у нас сегодня отношения с соседями? Вы же знаете, что с точки зрения официальной власти они у нас таковы. Но вот когда оппозиция хочет побольнее... Что вы имеете в виду, когда с точки зрения официальной власти они у нас таковы? Я имею в виду, когда официальные лица, представляющие власть, об этом говорят. Да, вот вы как министр, вы уже лицо официальное. Вот, то они говорят, что они достаточно, значит, хорошо развиваются, что проблем там как бы не так много. Вот как-то такой месседж идет. А когда оппозиция пытается их охарактеризовать, то она говорит все-таки другие вещи. Они говорят, сплошные проблемы, никто видеть не хочет, слышать не хочет. Ну, на вот то, на то она и оппозиция. Как официальное лицо, пожалуйста. Да, на то она и оппозиция, чтобы продвигать как раз вот этот месседж, что никто с правящей коалицией либо правящим большинством никто не хочет общаться. То есть это любая коалиция это будет продвигать такую идею. Отношения очень хорошие. И с одним соседом, и с другим соседом. То есть Украина, Румыния, говорят? Абсолютно. Да. Более того, в том, что касается Румынии, я могу подтвердить, господин президент уже неоднократно встречался с президентом Йоханнисом и имели неформальные разговоры, где обсуждали двухсторонние отношения. Мы даже договаривались какие-то более конкретные шаги предпринимать совместно в ближайшее время. Но вот видите, там сейчас маленький правительственный кризис. Ну, подождем, наверное, очень скоро у них будет новое правительство утверждено, и будем продолжать работать в обычном режиме с нашими румынскими партнерами. В том, что касается Украины, это опять-таки стратегический партнер Республики Молдова уже на восточном векторе. И тот факт, что фактически сразу после назначения нынешнего правительства молдавского премьер-министр поехал в Киев и провел переговоры с руководством Украины, включая и президента Зеленского. Я думаю, что это хороший признак для того, чтобы подтвердить хорошие добрососедские стратегические отношения между Молдавией и Украиной. Более того, я хочу сказать, что мы ожидаем в ближайшее время более динамичное развитие нашего диалога двухстороннего с Киевом. Будет приезд группы экспертов из Украины сюда, в Кишинев, чтобы мы обсудили весь комплекс тех проблем, которые, к сожалению, накопился за последние 29 лет независимости обеих государств, и которые не были решены ни одним из предыдущих правительств. И вот на наши плечи легло вот это вот бремя, чтобы найти консенсус, найти компромисс в диалоге с Киевом, чтобы найти решение по всем тем списком существующих проблем, которые необходимо решить как можно быстрее для того, чтобы просто расчистить дорогу для более спокойного развивающегося пути наших отношений. Ну вот читаю вчера новость. Госпожа Санду в Брюсселе. Председатель ПАС Майя Санду призвала европейских партнеров рассмотреть возможность введения санкций в отношении коррумпированных молдавских политиков, которые ограбили страну и используют госинституты в личных интересах. До этого, я помню, еще до выборов, наверное, 2016 года, просьбу госпожи Санду МВФ не кредитовать Республику Молдова. До этого не давать денег этому правительству со стороны ЕС. Вот как к этому вообще необходимо относиться? Потому нормально. Что это, ну вот понимаете как, есть политика, которую продвигают партии, а есть какая-то позиция, которая влияет на страну в целом. Она может ей вредить, а может помогать. Вот как вы к этому относитесь? Абсолютно спокойно. А как к этому можно относиться по-другому? Да, это составная часть политического противостояния между лидерами политических партий, которые хотят найти свое место и хотят
подтвердить какое-либо, какую-либо поддержку со стороны, ну, в данном случае, вот, что, то, что вы обозначили, со стороны Европейского Союза, либо определенных политических сил из Европейского Союза. Ну, конечно, для любого правительства такого рода заявления, они не очень-то и приятны, потому что, в принципе, мы на внешнем направлении работаем все на благо одного и того же государства. То есть не надо ходить, тянуть за рукава тех либо иных международных официальных лиц для того, чтобы вот говорить, что я один такой рыжий влюбленный и самый хороший, а вот все остальные бяки в понимании определенных политических лидеров. Поэтому я не вижу в этом, не буду и не стал бы делать, драматизировать вот такого рода заявления. Да, это составная часть политической борьбы. К счастью, я не политик. Будучи кадровым дипломатом, в том, что касается веренное мне ведомство, будет работать дальше так, как должно работать на благо этого государства. Я хочу отдельно спросить про молдо-турецкие отношения. Потому что вот буквально на днях, да, значит, назван был виновный в том, что были высланы, значит, турецкие учителя. Это эксклава Сиба. Но мы также знаем, что генеральный прокурор принес свои извинения, в том числе на турецком языке. Кому? Этим учителям, конечно. А это очень важно. Ну, конечно, мы эту новость уже, да, вот обсуждаем уже третий день, по-моему. Вот, а с турецкой стороны есть какая-то реакция? Может быть, не официальная, может быть, как-то вот до вас донесли, что думают по этому поводу в самой Турции? Я не видел какой-либо официальной реакции со стороны Турции касательно тех извинений, которые привел генеральный прокурор. Но я хочу сказать и подчеркнуть в отдельности тот факт, что генеральный прокурор извинился официально, и причем это уже он сделал вторично. Если вы помните, на его первой пресс-конференции он принес свои извинения тем людям, которые пострадали от того беспредела, который царил в Генеральной прокуратуре Республики Молдова совсем до недавнего времени. Да? И я очень уважаю генерального прокурора за то мужество, что он проявил путем вот этих официальных публичных извинений. Это дорогого стоит, кстати. Да. Я очень удивился, что в медийном пространстве нашей страны вот этот факт, он не был по достоинству оценен. Но поверьте, будучи генеральным прокурором и дважды официально, публично приносить свои извинения, это очень дорогого стоит. Таких прецедентов в истории нашей страны еще не было. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу насчет того, что назначили виновного в высылке турецких преподавателей в Турцию, ну, я думаю, что у нас же разделение властей. Так что Генеральная прокуратура просто-напросто должна дальше работать постоянно, чтобы выяснить все составляющие части вот этой операции, если можно так выразиться. Имеется в виду высылка. Сама эта процедура, да. Я вам могу только подтвердить, что тогда, работая в администрации президента, я был очень сильно удивлен, во-первых, этим фактом. Да. И я еще сильнее был удивлен, что фактически все были удивлены этой высылкой. То есть там реально никто не знал... Все были удивлены, это значит, у нас удивительная страна, господин. Ну, это вы сказали. Это вы сказали. Так, по крайней мере, ну да, я могу это сказать. Господин министр, вот этот кабинет знавал многих хозяев. Скажу по секрету, я брала интервью здесь и не раз. Ну вот мне хочется, чтобы вы сейчас сказали, вот что бы вы хотели сделать такого для МИДа, чтобы потом, вот спустя годы, связывали это только с вами и благодарили, говорили, как хорошо, что вот был такой господин Чукой, который... Вы знаете, это была бы самой большой ошибкой любого руководителя, любого предприятия, любого учреждения, если он что-то будет делать, надеясь на то, что с годами его будут положительно вспоминать и...
жечь во здравии свечки в церквях за него. Это абсолютно фальшивый подход к ответственности. Вы не ждете никаких благодарностей? Не надо ждать никаких благодарностей. Нужно просто хорошо, профессионально делать свою работу. А то, что я желаю этому министерству, и очень буду стараться добиваться этой цели, полной деполитизации нашего дипкорпуса. Потому что мы работаем на благо государства, а не той либо другой политической силе, не тому либо другому политическому лидеру. Мы солдаты Отечества. Мы работаем на благо государства. Я это делаю уже с 96 года. И я хочу, чтобы мои коллеги продолжали работать чисто и только на интересы государства. Так. И поэтому будем уже фактически подготавливаем на финальной стадии изменения в законодательстве, которые будут экспресс обозначать запрет на любую политическую принадлежность работников Министерства иностранных дел. А будут ли в этой концепции как-то обозначены вот, кадровые дипломаты преимущественно там, или вот как-то, или это вообще это такая сфера, которая. Ну, естественно, кадровые дипломаты имеют свой статус. Казачки, засланные в дипломатическую службу, вот имеют так, отдельный статус. Да. Вот. Так что да, есть разница в трактовке. Я благодарю вас за это интервью. На самом деле мы с вами успели поговорить на очень многие темы, но вы знаете, если бы начинать сначала, я бы еще нашла вопрос. Так давайте, пока еще есть время, можем экспресс ответить на новые вопросы. Я просто таким образом просто напрашиваюсь на следующее интервью через какое-то время. Договорились. Да, я думала, что это тонкий намек. Спасибо вам большое. Вам спасибо.